Народ, всем привет. Снова на канале. Хочу показать два травмата. Оба на базе Макарова. Девятка и 45-й калибр Рубер. Показать, как ихнюю мощность. Кого из них выбрать? Если у кого-то встает такой вопрос. Так, поставили две мишеньки. Одна, на другой стороне будет другая. Отмерим 5 метров и 10 метров. 10 метров для травмата, это уже, конечно, многовато. Итак, вот они, красавчики такие. Здесь видим МР Рубер и МР девятка. И наглядности хочу вам показать их патроны. Вот такие вот. Это золотистая девяточка. А вот этот Рубер 45-й калибр. Как бы видно наглядно, насколько он мощнее его и толще. Но опять Рубер как бы производит останавливающие действия. Девятка проникающая. Зарядим в каждый по 3 патрона. Так, спуск у пистолета 2,5 примерно килограмма. Продавливаем пальцем, чтобы при этом надо его не дернуть. Держать лучше в чаше. Чаша, это значит так. Ставим руку снизу. Держим двумя руками. Эту руку высоко не задираем, чтобы упиралась тут. Чтобы когда бегает затвор, не поранил руку, ну и также не мешал перезарядиться пистолет. Цена у этих пистолетов примерно одинаковая, где-то от 15 до 18 тысяч. Так, фанера сантиметр. Проверяем девятку. Снимаем с предохранителя. Высылаем патрон. 5 метров напротив полосы. Ну, 5 метров. Десяточка, конечно. Практически вышла. Вот где-то здесь она. Человеку было бы очень больно. Пистолет у нас остался на боевом взводе. Берем 10 метров. Девяточка. Пулька маленько ушла. И здесь ее уже не видно. Вот такую хорошую мячину, конечно, оставил. Ну и попробуем еще с метра, пробьет ли она ее вообще. Пистолет опять же на боевом взводе. Ну да, с метра, конечно же, на вылет. Вот такую ядреную дуру оставил. Пистолет остался на затворной задержке. Пускаем его вниз. Вот патроны Рубер травматического действия. И пачечки. Красивенькие. Рубер 5 метров. Снимаем с предохранителя. Досылаем патрон в патронник. Выстрел. Thank you.
примерно то же самое. Удивительно. Та же самая, кстати, фанера. Единица. Возьмем 10 метров. Так. Стрелять на боевом взводе. Производим выстрел. Вот такая вот фигня. Называется задержка. Гильза не вылетела из патронника. Ой, точности, конечно, тут вообще только-только шестерочка, блин. И, конечно же, нет ее сзади. Интересно. Итак. Конечно, не думаю, что я мог промазать. Стреляю я довольно-таки хорошо из пистолета. Но стрельнем еще раз 10 метров. Да. Этот, ребята, рассеивает намного больше. Вот северка. Ну, тут чуть-чуть видно, что она вышла. Ну и также в наглядности выстрелим с метра. О, с метра тут, конечно, дыра серьезная. Офигеть, как из ружья, блин. Ну вот, ребят, два одинаковых пистолета. Рубер и девяточка. Мы, конечно, подцелим этим видео 10 метров из рубера. Ну, в человека, конечно, еще можно попасть. Но опять же, мы знаем, что стрелять в грудь нельзя. Стрелять нужно по конечностям. Ну и кучность девяточки. Проникновение, в принципе, почти одинаковое. Если с упора, то, конечно, рубера будет сильнее. Также хочу вам дать один совет. Мало ли вы уже воспользовались травматическим оружием и попали своему противнику куда-то. Туловище, грудную клетку. Пишем объяснение в полиции. Произвел прицельный выстрел в ногу либо в руку. Если что, еще, если в ней еще что-то было в руке, с чем он приближался к вам. А уж как эта пуля попала ему в туловище, не можете знать. Либо он поскользнулся, либо пытался увернуться, еще что-то. Бежал на вас. Ну еще пару патрончиков из рубера с 5 метров. Даже с 5 ушла куда-то в сторону одна. Одна ровно в десяточку. А одна опять ушла в семерку. Все далеко, по-моему, из него стрелять не стоит. Сейчас для интереса попробуем сделать 15 метров. 5, 10, 15. Так, 15 метров. Метров тоже ушла в семерку.
нет. Дырка осталась, конечно, серьезная. И с этой стороны уже ничего не видно тоже. Еще раз для наглядности. Девяточка. Ствол. И ствол рубера. Конечно, видна разница на глаз, как мы видим по мишеням. Разницы это в принципе никакой. Девяточка стреляет точнее, но рубер рассеивает больше. Может быть, конечно, это именно с данным пистолетом, но в принципе они практически оба новые. Стреляем из них для нифига. Ну все, ребята, до новых встреч. Смотрите другие видео мы про охоту, про рыбалку. Иногда я там еще готовлю, что-то выкладываю. Ну, а если у кого-то станет такой вопрос, выбрать какой травмат, это уже, смотрите, ваш личный выбор.